Этот рассказ мы с загадки начнем. Даже Алиса ответит едва ли, что остается от сказки потом. После того, как ее рассказали, где, например, волшебный рожок, добрая фея куда улетела, а? Эй, так-то, дружок, в этом-то все и дело. Они не испаряются, они не растворяются, рассказанные в сказке, промелькнувшие во сне. Страну чудес волшебную они переселяются. Мы их, конечно, встретим в этой сказочной стране. Ясного в странной стране. Можно запутаться и заблудиться, даже мурашки бегут по спине. Если представить, что может случиться, вдруг будет пропасть и нужен прыжок. Струсишь ли сразу, прыгнешь ли смело, а? Так-то, дружок, в этом-то все и дело. Добро и зло в стране чудес, как и везде, ругаются, но только здесь они живут на разных берегах. Здесь по дорогам страшные истории скитаются и бегают фантазии на тонких ногах. Последнее хочется мне, чтобы всегда меня все узнавали. Буду я птицей в волшебной стране. Птица Додо меня дети прозвали. Даже Алисе моей невдомек, как упакуюсь я в птичье тело, а? То-то, дружок, в этом-то все и дело. И не такие странности в стране чудес случаются. В ней нет границ, не нужно плыть, бежать или лететь. Попасть туда несложно, никому не запрещается. В ней нужно оказаться, стоит только захотеть.